всем привет! Мы находимся в городе Москва, в самом большом магазине ГУМ. И сразу, как только мы зашли, кстати, зашли купить мороженое, нам девушки раздавали вот такие вот с виду невзрачные бумажечки, пропитанные ароматом. Они рассказывали, что это эксклюзивная серия, что это номерная парфюмерия, да? И давали людям тестировать. Смотрите, что я подумала, что делают сети, да, которые продвигают какой-то свой парфюм. Они берут и тестируют людям и из большого количества числа протестированных кто-то что-то захочет. Я даже поймала мысль за собой. Я положила это в сумку, ну, просто сравнить. Мне интересно, так как я развиваюсь в этой сфере, да? Я положила в сумку, и как я сумку открываю, на меня запах. Я волей-неволей достаю эту бумажечку и начинаю нюхать, слушать аромат, да? Соответственно, как это работает? Это работает на эмоциональном уровне. Я разочек понюхала, протестировала, мне понравилось. Второй раз послушала, третий. Если я влюбилась в этот аромат, я его уже хочу. Соответственно, я пойду и приобрету его. Поэтому то, что делаю я и рекомендую вам, это гораздо даже может быть интересней, потому что со мной всегда визитница. Вот ее носить вообще не трудно. Я в ней ношу льняные визитки, брызгаю на них 104 аромат и дарю как ароматизатор денег. Вот согласитесь, что если подарят вот такую бумажку, да, я все равно через какой-то промежуток времени ее выброшу. А если я подарю ароматизатор денег, сделаю на него построение, скажу, что положите этот ароматизатор в кошелечек, и он начнет удваивать ваши купюрки. Выкинет ли этот человек? А это работает также на эмоциональном уровне. Человек открывает кошелек, раз открыл, два открыл, три открыл, ему пахнуло, пахнуло, пахнуло. Если мне вот этот аромат понравился, я уже не помню, куда мне идти, где его приобретать, да? А на таком ароматизаторе денег есть контакты, и человек всегда может позвонить и встретиться, приобрести и протестировать. Поэтому, друзья, делайте такой простой инструмент и работайте большим количеством чисел. Это несложно. У нас сегодня раздавали их даже дети в Москве, в неизвестном городе. А идея шикарная. Делать, 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 и результат будет. С вами была Олеся Селезнева. Всем до связи, всем пока. Идемте покупать мороженое и едем на ВДНХ. Друзья, ну вы знаете наш лозунг, да, нашей семьи. А что это такое? О, тут смотрите, дегустация парфюма. 50 миллилитров 7 тысяч. 50 миллилитров 7 тысяч? Да, 700, да, 100 миллилитров 10. Класс. Не, просто сами парфюмерным бизнесом занимаемся. А мы? Да. Да. Ну-ка, давай понюхаю, как специалист. Друзья, продегустируем. А мы вам свою видим. Кстати, неплохо. Давайте. Неплохо, неплохо, друзья. Написано, это как он называется? Вот так называется, да? Да, инжирит. Франция? Да, французская. Это он в таком флакончике, да, продается? Да, более низкая концентрация. Вот это 100 миллилитров, да? Да. Он стоит 9 тысяч рублей. О, да. А состав какой натуральный? То есть есть, да, какие-то добавки? Да, масло, пидовое дерево, плюс кокосовое молоко. А какие-то закрепители там всякие, усилители? Листья в основном будут, плоды листьев. Да, А это вы здесь работаете где-то, да, вот? Вот с парфюмерией? А, вот это зона парфюмерная. Да. А я вам ароматизатор денег. Давайте. Обменялись. Ну, как пахнет? Нравится? У нас в 4 странах уже свой собственный бизнес, да. И в 96 городах парфюмный. В России? В России мы как раз, да. Так что, если интересно, сотрудничайте, приглашаем. Звоните. Вам просто будет классно продегустировать, ну, как специалист, много в парфюмерии работает. Не,
Месяца два всего? Я так прям не расскажу. Я думаю, ну, прям хорошо, да. Да. А у себя почему не берете? А у себя почему не берете? Мы как раз бизнес-партнером приехали в Москву, приятный Спален совмещаем, гуляем с детьми. И у нас сегодня встречи будут, мы будем до понедельника здесь. Так что, если будет интересно, у тебя есть время? Я обязательно позвоню. День? Да, может, выходные дни когда у тебя? Мне вот сегодня выходные. Да, сейчас завтра? Ну, звони завтра. Все, завтра. Более подробно расскажем, может быть, будет интересно. Там у нас есть папки. А сама студентка, да, чем ты занимаешься? О! Организатор денег сработал. Сработал. Да, добрые. У нас дети любят. Они у нас любят деньги раздавать, мелочи. Вообще молодцы. Всем хорошего, удачного дня. Ароматизатор денег. Ой. Ну прикольно, рассказывай. Я постарался на славу. Когда мы в Москве уже работаем, вышла погулять, девушка, работник парфюмерного магазина, очень заинтересовалась, потому что здесь дорого, а нам хочет купить. Класс. Класс, друзья. Вот так вот делай бизнес, не отходя от отдыха. Это наш девиз нашей семьи. Идемте искать мороженое. Смотрите, что это? Что это? Пахнет. Вы тоже парфюмерией занимаетесь? Да, просто. Да, Оль. Это мировая премьера. Это чего это, мировая премьера? Ой, а, кстати, хороший запах. Ну-ка, папа оцени. Да. Мировая премьера. Побудь, кстати, сюда. Надо было взять эксклюзивные ароматы. Вот не знала я, что здесь эксклюзивы будут. Но мы это тоже эксклюзив. Мы же не скажем. Ой, тоже эксклюзив. Вам ароматизатор денег. У нас тоже парфюмерия. Классно пахнет? Мы занимаемся просто парфюмерным бизнесом. Вот, поэтому есть своя линейка ароматов. Да. Классно? Вот. Ну, у нас эти ароматы 22% получается. То есть парфюмированные, как прям. Да, а у нас 22 800. Стоит 22 800. Круто. У нас коллективы стоят 2,5. Что, настоящая Франция? Из сырье берем из Франции. Просто у нас завод есть. Мы разливаем в Подмосковье. На самом деле это просто вам организация. Если станете интересны, звоните. Кстати, этот запах притягивает деньги. Вот видите, уже у вас первые денежки уже притянулись. Удачного вам рабочего дня. Звоните, что? Слушайте, ну просто невозможно. Просто отдохнуть, работаем везде. Друзья, а бизнес так и, по сути дела, и строится, да? Да. Да я говорю, что бизнес так и строится вообще. Причем, девушки уже в этой сфере варятся, да? Вы видите, как они реагируют, что они понимают, что они предлагают там за 20 с лишним тысяч. И у них вот эмоции это не скрыть. Вы видели, с какими эмоциями они оценивают наши ароматы? Да, причем а сразу нравится, да, они специалисты. Так, ладно. А пошли всего лишь за мороженым. И теперь не говорите те, кто смотрит сейчас из наших партнеров.
эту трансляцию или в записи. И не говорите, друзья, нашим партнерам, что некому предложить, нет людей вообще, где брать людей, что никто не интересуется. Смотри, как интересуется очень живо. Поэтому мы занимаемся парфюмовым бизнесом, потому что реально колоссальная... Колоссальный интерес к этому продукту и всегда очень хорошие продажи. Вот как дети у нас работают, помогают нам, да. Не отходя от отдыха. Да, Лесь? Хорошее поколение. Вот так вот, школа не проходит даром. Раздали ароматизаторы денег вообще девчонкам. И прямо говорили их положить их в кошельки. Девчонки реально все положили. Сейчас вот монетки раздает, которые нашел. Вот они. Видите, как дети работают? Все, без тормозов, даже без двух зубов. Все, отлично. А вы стесняетесь вообще, как вы выглядите? Что о вас подумают? Вот, человек не думает. Взял ароматизатор денег, подарил, смотрите, сколько эмоций, девчонок. Все, они вот тут уже снимают на селфи. Причем иностранцам. О! Да, причем вот эта одна девушка, вот эта вот, это переводчица, а вот эти две француженки. Вот так. Гордость берет за детей. Вот правда, если бы я была, да, без двух зубов, вообще бы не подошла. А ребенок подошел. Класс. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.